Приветик, мой дорогой зритель. Мы продолжаем бродить по миру и искать мальчика под мальчика с именем Итар или Итан Картер. Мы закончили вот в этом здании, непонятном абсолютно. Но я выяснила опять со сторонней помощью, так сказать, что оказывается светофор, который мы видели, оказывается, не так уж прост, как я думала. То есть можно там даже с ним как-то взаимодействовать. А изначально я не знала, что это можно делать. То есть я не заметила ничего подозрительного в нем. Так, здесь, я так понимаю, ничего вообще нету на этом втором этаже. Ну и ладно. Ну и все равно нам. Сейчас мы тут вот обойдем все немножечко. Вдруг чего хорошего найдем. Вот что это такое, я не очень понимаю, если честно. Так, переключить. А, еще, кстати говоря, вот я скачала другой репак. И здесь, как вы видите, другой шрифт. И мы с вами даже прочитаем заново записки, которые были не до конца нам понятны. Там, где ловушечки были. Так, звук исчез. Звук исчез. Но свет включился. Понятия не имею, к чему бы это. Но звук от вот этой вот... не знаю, как это назвать, двигатель какой-то. Звук исчез. Итак, мы перешли на другую сторону этого здания. На другой берег. И что мы здесь можем найти? Ой, да, вроде бы много чего. По сути. Но для начала я все-таки хочу прочитать те записки и разобраться со светофором. Поэтому я побегу. И когда добегу до того места, включу запись, и мы с вами почитаем и посмотрим все. На подъемничке. Впервые еду. Интересно, почему? А здесь починили вот этот вот проем поломанный. Почему нужно было этому Трэвису это дело чинить? Никто не знает. Интересно, так будет быстрее или нет? Быстрее, чем я бы бежала. Наверное, с такой же скоростью движемся. Скорее всего. Итак, вот это место, где были записочки. Сейчас мы их почитаем заново. Я думаю, да, теперь все видно. А, ну это мы видели. Нам нужно вот это, обрывок газеты. Который не сго... Вот так вот. Мы остановились в том, что пожарные прибыли на место происшествия в 1:22 утра и пробыли там до 5 утра. 4 часа спустя они вернулись на место происшествия, чтобы погасить огонь, который вновь вспыхнул в нескольких местах. На первом этапе тушения пожара на помощь прибыли участники филиала добровольческого пожарного департамента Эшланда. Также на месте происшествия была скорая помощь Мейсонвилля. Хорошо. Пробел. Дальше. Что там? Округ Бейфилд, сегодня член семьи Ветроляля, промышленной империи и очень негативно повлиял на местную экономику. Может быть, поэтому здесь, кстати, все заброшено стало. 38-летний Джеймс Вандергриф из Чикаго утверждает, что требования его отца нелепы, и многие члены семьи Вандергриф имеют личные причины не переезжать в особняк Вандергрифа в долине Красного ручья, как этого желал Вандергриф-старший. А недавний пожар, который разрушил особняк Вандергрифа, а еще сильнее повлиял на мнение семьи. С 1967 года в особняке Вандергрифа в качестве временных сторожей проживает семья Картеров. Ага, вот в чем дело. То есть семья Картеров проживала, собственно, как сторожи в особняке Вандергрифа. Понятно. Понятно. А еще там произошел пожар. Да, это произошел пожар, а там еще погибла в пожаре бабушка Итана, я так понимаю. Ладно, тогда бежим к светофору. Бежим к светофору. Будем выяснять, что же случилось там.
Вот там вдали что-то светится. Возможно, что это он. Да, скорее всего. Да, вот он. Итак, давайте-ка посмотрим еще раз. Да, что-то действительно тут происходит. Ага, зажгли синий. Нет. Определенную последовательность надо, я так понимаю. Вот. И что, и что? О, господи, это что такое? Это что такое? Что за инопланетяне? Космонавты какие-то, слушайте. Вон он, вон он, вон он. Нам нужно бежать за ним. Он нас куда-то ведет. Где он? Куда он исчез? Что-то я его потеряла. Ну, по логике, может быть, сюда куда-то, не? Нет. Что-то я его действительно потеряла. Или он наверх пошел вообще? Что-то я не поняла. О! Ой, господи, это что такое? Или я его вообще потеряла полностью? Так, по-моему, я его полностью потеряла. Ладно, давайте-ка еще раз тогда этот светофор включим. Раз на то пошло. Как бы. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давайте-ка снова. Опять он. Бежим. Нужно, короче, мне за ним бежать. Так, стоп, тормоза. Так, поехали дальше. Так, ага. Он куда-то в эту сторону побежал. Куда конкретно? Я его теряю. А, вон он, вон он, вон он. Вот ты где. Вот он. Он ведет меня, по-моему, на ту же поляну, на которой я была в прошлый раз. Вот он. Нет, странно, как-то он меня кругами водит-то, по сути. Реально, говорю, кругами водит инопланетянин-то этот космонавт. Слушайте, ну такого я не ожидал от этой игры. Так, куда он делся? Вот он. Ну, давай, покажи мне, кузькина мать. Где он? А, вон он. Идем, идем. Идем, чувачок, идем. Куда ж ты меня ведешь-то? Так. Где он? А, вот ты где. Ну, давай, давай, я бегу за тобой. Опачки, нифига ж себе. Ты прикинь. Это что такое? Кто летающий корабль, летучий голландец. Опа. Ничего ж себе. Это я такое пропустила. Вы представьте себе, мы... О-о-о-о. Вот это да. Слушайте. Как я могла такое пропустить вообще? Охренеть. Сейчас мы куда-нибудь на другую планету вообще прилетим. Офигеть просто. Знаете, мне это напомнило, такой фильм был. Очень старый, мне он нравился. Там тоже такую капсулу придумали. И женщина, которая это все дело придумала, она сама вызвалась в этой капсуле сесть, короче, и полететь. И она действительно как будто бы полетела куда-то. Прилетела на какую-то планету. Вот, смотрите, там еще... Ой, там сколько таких много-то, а? Офигеть просто, что это? Короче, а потом в этом фильме оказалось, что она на самом деле как будто бы никуда не летала, а капсула просто упала вниз, то есть в море она была над водой. Но она много чего интересного видела. Ой. Ой. Клыки. Были у зверя клыки, но сам он неуклюж и медлителен. Увидев однажды луч света в небе, он решил подождать, пока тот исчезнет, как было и прежде до этого.
Поняв, что свет исчезать не собирается, зверь поднялся на ноги и подошел к месту, где по-прежнему горел огонь. Исчез оранжевый луч, на смену ему появился другой. Он был голубого цвета, а свечение его было столь ярким, что существо видело лишь звезды по его краям. Зверь обнажил клыки, и луч исчез. Мгновение спустя свечение вновь вернулось, на сей раз между двумя деревьями вдалеке. Зверь хотел вернуться домой, но не мог не обращать внимания на свет. Он последовал за ним вглубь леса. Что это значит? Это история, постоянная нить. Уходи. Я прочитал клыки, мне понравился зверь. Хотя бы ему удалось убежать от этого проклятого места. Да. Разрыв мозга, действительно, какой-то происходит. Что за будка? То есть вот эта вот будка, это и есть типа этот летучий голландец, который мы нашли. Просто обалдеть, дайте две. Ладно, тут еще какой-то журнальчик есть. Опять контрольная точка. Гайл, что? Таинственная история, хит американской фантастики. В этом выпуске «Желтые холмы Марса» Дугласа Сполдинга, а также «Джулиан Траляля», подпись Трэвиса. Идар, ничего ж себе. Ничего ж себе. Это мы попали в фантазию мальчика, что ли, какую-то, я не врубаюсь. В то, как он представлял себе вот эти игры свои, космические корабли и все такое. Ну, это же ничего ж себе, да? Казалось бы. Это же надо. Может быть, я еще и на станции чего-то не нашла, что должна была найти, как думаете? Надо походить, потыкать везде. Это мало ли что. Мало ли я тут еще какой-то туннель под землей не нашла, под станцией. Я уже ничему не удивлюсь. После того, что мы только что с вами видели. Ну ладно, теперь можно, в принципе, бежать обратно. Поэтому я побегу обратно. В этом лесу я уже тоже ходила. И здесь, в принципе, вообще ничего не нашла. Никаких светофоров, ничего подозрительного здесь не было. Поэтому добегу до города и пойдем уже оттуда дальше. Итак, мы достигли опять этого дома. И теперь, наконец-то, мы пойдем все-таки смотреть, что же было там. Или мы сначала попробуем еще покрутить вот эту штуку. Эта штука явно что-то делает. Я не понимаю, что. Но явно что-то делает. Так вот мы ее закрываем, получается. Нет, ну пусть она работает, наверное. Пусть работает, так уж и быть. Не знаю, что это значит. То ли мы закрываем что-то, то ли мы открываем что-то. Это для меня немножко загадка пока что. Ну да ладно, давайте изучать местность с этой стороны дамбы. Ну, то бишь, с этой стороны на этом берегу. Вот. Потому что пока что картинка все-таки не особо-то проясняется, что же здесь происходило. Не особо понятно. Но в итоге получается, что жив остался из всех, пока что на данный момент нашего расследования, дед остался жив пока что. То есть Трэвис был убит дедом. А с... Опачки, а что, дальше нет? Никак? Странно. Трэвис убил Дейла, отца своего. Дейл убил Мисси, жену, мать Трэвиса и этого самого. А здесь мы никак? Нет, здесь мы никак не пройдем. Хм.
Вот тут еще есть какие-то похожие на лесенки такие штуки. Ну, блин, наверное, не зря же здесь это есть, правильно? Что-то тут, наверное, не так все-таки. Надо попробовать здесь как-то... Нет, тут ничего не получается хорошего. Блин. Что-то тут не так. Надо выяснить, что же делает эта штука. Вот это вот крутящееся. Что же она делает, а? Вот, мы ее остановили. Давайте посмотрим, что тут. Ага. Больше нету такого потока. Я, если честно, не очень понимаю. Это получается какая-то мельница, что ли, там? Или что это? Как это называется, я не представляю. Но там получается какой-то поток. Сильный, когда мы включаем эту штуку. Наверное, там вырабатывается все-таки какое-то электричество, что ли. Какая-то энергия, наверное, вырабатывается. Хотя хрен его знает, если честно. Как бы нам попасть вот на этот заборчик, а? Наверное, никак. Но так и хочется туда залезть, чтобы перелезть на тот берег. Ладно, давайте-ка пойдемте обратно. Включим обратно эту штуку. И пойдем куда-нибудь назад. Например. Вот эта будка неактивна все-таки. Как и все остальные будки такого же типа. Так, что у нас здесь в кустах? Ничего. Здесь в кустах у нас ничего. И тут у нас ничего. Хорошо, ладно. Часики. Почему-то показывают разное время. Ладно, давайте-ка еще раз включим эту штуку. Остальные две то ли закрыты, то ли поломаны. Непонятно. Ну ладно, допустим. Здесь наверху, я так понимаю, ничего от этого не изменилось. Но где-то что-то по-любому должно было измениться. Что-то где-то, может быть, включилось, я не знаю. Свет, может быть, дал. Дало это где-то. Провода вообще идут куда-то от этой штуки? От этого здания? Да как-то не особо вроде бы. Это очень интересно и странно. Опа. Тут такая лесенка и, в принципе... Что-то я на этот раз не очень понимаю, что опять... Я упускаю. Я наверняка что-то где-то упускаю. Я прям практически уверена в этом. Тут поток, мне здесь идти нельзя. И там тоже, и вообще везде. Да, интересно. Ладно, давайте еще раз попробуем забежать в это здание. Нет, это все будет то же самое показываться мне. Что-то я упускаю, по-моему.
Что-то где-то я не заметила, что-то я где-то не сделала, как обычно. Так, вот идут провода туда. Там столбы, которые ведут на гору электричество. Ладно, давайте походим по вот этим кустам около подъемника. Может быть, тут что-то будет? Все время в кустах что-то да и есть интересное. Практически все время. А тут у нас что? Пока что ничего. Пока что ничего интересного я не вижу. Так, и дальше он не лезет, дальше он не хочет идти. Все, это край. Ну да, это край. Понятно. И тут ничего не открылось абсолютно. Непонятно. А может быть, где-то какая-то дверь тут? Нет, тут вообще все как-то очень печально и грустно. Может, как-то можно стекло разбить, забраться туда? Там что-то есть интересное в этом здании. Двери какие-то неактивные все. Почему-то. Кто его знает почему? А, здесь хранится масло. Какое-то, топливо какое-то. Судя по надписи на двери. Ну ладно, давайте-ка обратно тогда бежать. Обратно наверх. И, может быть, стоит опять зайти в здание, в которое мы уже ходили. Но, может быть, там что-то новое есть. Может быть, нужно что-то с этими порталами в комнатах сделать. Но там что-то было, а я как бы ничего и не смогла там сделать. Походила туда-сюда и все. А тут ничего нету по кустам. Не, вроде бы ничего тут нету. Ни хорошего, ни плохого. Ладно. Под подъемником тоже вроде бы ничего не было там. Да, странно, странно. Что-то я выпускаю, что-то я выпускаю. Каждый раз, когда выходишь из подъемника, когда ты либо вниз спускаешься, либо наверх поднимаешься, то все время происходит контрольная точка. Как ни странно. Я здесь не вижу больше каких-то других вариантов, куда можно пойти. Я вот только помню, что здесь порталы были. В этом, казалось бы, маленьком домике был какой-то портал вот в тот дом. Не знаю, почему так. Но мы можем еще побродить здесь без портала. Чисто вот так. Хотя мы здесь уже ходили, но... Может быть, я чего-то не заметила. Хотя вряд ли. Нет, на этом балкончике я была. Тут я была, тут я была. Тут я все видела уже. Действительно. Что тут еще может быть? Ума не приложу. Ну вот, и вот эта комната несчастная. Я такая обветшавшая. Ну ладно, да, давайте-ка прочитаем заклинание опять. Будем искать ту комнату. Оп. Я говорю, я понятия не имею, что бы это значило. Но можно здесь побродить, почему бы и нет.
Нет, это вот как будто бы вход. Слушай, как так? Может быть, нужно составить в правильном порядке комнаты, я не знаю. Нет, тут выход получается, и там выход. А тут у нас что? Тоже выход. Опять выход. Слушайте, наверное, надо пойти посмотреть на дом, на тот, и расположить все в правильном порядке. Все комнаты, возможно. Может быть и нет, конечно. Может быть, я что-то не понимаю. Давайте попробуем, как бы. Почему бы и нет? Попытка не пытка. Но что-то мне подсказывает, что нужно расположить комнаты как вот в этом здании. Потому что там можно их менять. Так что давайте-ка попробуем. По-моему, это неплохая идея весьма. Весьма и весьма. Заодно вот так вот можем заглянуть сюда, хотя здесь ничего нету. Да ладно. Так, вот. Здесь что должно быть? А, здесь должна быть опять же лестница. Тут должен быть тупичок и стул валяется. Значит, направо так идем, стул валяется. Тут выход. Там все время как будто кто-то ходит. Так, тут у нас вот, значит, какая-то кухонка со столом. Давайте-ка заново посмотрим. Так, вот. Там, блин, лестница, кухонка. Здесь это самое. Тут, по-моему, вот это вот с печью, да, печь, стол. Наверху посмотрим, что наверху. Так, большая комната какая-то. Давайте-ка посмотрим, что здесь. И здесь проходик. В эту же большую комнату, по-моему. Тут она обходит как бы кругом все это дело. Надо еще раз посмотреть. Как-то так. Ну, а тут, собственно, чердачок. А сам чердак выглядит вот так вот, как чердак. С крышей. С потолком в виде крыши. Ну, примерно что-то как-то запомнили. Давайте-ка попробуем бежать вниз. Так, что-то я уже все опять обошла кругом. Побежим. И попробуем выставить все в нужном порядке, вернее, в, как-то сказать, в подходящем расположении, или не знаю, как-то. Ну, собственно, расставить так, как все на самом деле есть. Может быть, таким образом откроется какая-то тайная комната, которую мы тоже ищем, которую открыл Итан, нашел, и из-за которой тут все случилось, все начали друг друга убивать. Так, читаем. Ложим на место. Заходим в этот домик. Так, смотрим. Это чердак. Вот. Вот так вот правильно будет. Тут у нас вообще не то. Вообще. Вот. Тут у нас вот так должно быть. Допустим, вошли. Правильно. Опа, портал исчез сразу. Вот это я понимаю, это я понимаю, действительно. Так, вот здесь? Да. Должен портал исчезнуть. Да, исчез. Супер. Не то. Вот так вот здесь, по-моему, было. Да. Тут у нас что было? Кухонка была. По-моему, тут как бы и есть все правильно сейчас. Да, тут все правильно и есть. Супер. Тут дверь заколочена. Правильно. Идем тогда налаживать все наверху. А наверху... Нет, не то. По-моему, как-то вот так вот. А вот здесь какая-то тайная комната, по-моему. Потому что там я ее не помню, чтобы там была такая комната. Так, не так, не так.
и не так. Что-то не то, слушайте. Нет, вот... Вот здесь точно вот так было, я помню, да. Тут все правильно. А вот здесь... Здесь что-то стрёмное произошло. Сколько у нас... Ой! 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 Что-то много выбора как-то. Ну-ка. По-моему, это совсем не то. Давайте-ка еще выше пойдем. Сделаем чердак таким, какой он есть. Вот. Чердак у нас был таким. Итак, вышли на чердак. Тут ничего не активно. Слушайте, и в окнах все прям так же, как и в том доме. Действительно, какая-то чертовщина происходит абсолютнейшая. Ладно, тут мы все сделали. Остается вот эта вот комната. Она какая-то стрёмная. Тут не может быть лестницы. Вот это вот, возможно, что здесь так вот. Да, 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 да. Нет. Вот, по-моему, вот так вот будет. Да. Да, я все сделала правильно. Остается вот эта вот комната. Я не знаю, что выбрать, потому что там ее нету. Понимаете, в чем дело? Там нету этой комнаты. Давайте попробуем. Видимо, неправильно как-то получилось все. Но в любом случае, я вышла в какую-то другую часть дома. Тут спуск какой-то. Интересно, подождите-ка. О, это правильно я сделала, это супер. Но в этой части дома я действительно не была. Это я, получается, открыла какое-то другое крыло. Угу. Прикольно, слушайте, мне нравится. Я так понимаю, два раза нельзя делать ошибку. Опа! А вот и она, по-моему. Вот и комнатка наша тайная. Вы только посмотрите. Что это за башка тут такая? У-у-у, как-то все ужасно. Летучие мыши. Птицы дохлые. Она еще и закрыта. Давайте почитаем, что нам скажут тут хорошего. В одном старом доме жил колдун, который изготавливал зелье, позволяющее ему видеть будущее. Однажды к нему пришли жители деревни и потребовали зелье. «Мы тоже хотим видеть будущее», — сказали они ему. Но колдун отказал им. Разъяренные жители деревни сожгли дом колдуна. Но колдун знал, что это случится. Он заранее заколдовал его комнату с зельями. Дом сгорел дотла, но комната осталась. Сельчане ждали, что колдун выйдет, но он так никогда и не вышел. Чат, почему ты стоишь там? Шпионишь? Это нет? Ага, конечно. Что, черт возьми, с тобой происходит? Ничего. Тебе стоит оставить свои глупые сказочки. Они всех раздражают. Так, а на самом деле мы в каком-то чулане непонятном оказались. Давайте
А, это та же записка, хорошо, а вот это вот другая записка, по-моему. Ага, это что-то из газеты. Пожар помог обнаружить самогонный завод. Округ Бэйфилд. Во время борьбы с лесным пожаром, возникшим недалеко от Олд Огден Роуд, участники добровольческого пожарного департамента Эшленда обнаружили самогонный завод. Власти сообщили, что на месте была обнаружена пропановая печь и 15-литровый котел из нержавеющей стали, который использовался для производства самогона. На основании размера найденного завода окружной шериф Хэнк Шеффель пришел к выводу, что это была мелкая конторка, но не исключает, что в округе могут быть другие самогонные заводы. Также на месте полицейские обнаружили полгаллона яблочного самогона и 1 галлон обычного самогона, а также яблочный сидр и палочки корицы. Полиция не смогла определить, кто является владельцем завода. Шериф сказал, что причиной пожара, скорее всего, был непотушенный окурок. Опачки, еще НАСА запустила спутник АТС-6. Associated Press. Мыс Канаверал, Флорида, сегодня Флорида запустила первый в мире научно-образовательный спутник, благодаря которому США получат значительное преимущество в области телекоммуникационных технологий. Возможно, что из-за этого нашему мальчику в лесу чудились какие-то непонятные корабли. Где я вообще оказалась? Кто мне скажет? А, я оказалась на втором этаже этой лачуги разваленной. Ну что, друзья мои, я скажу вам на этом моменте всем пока. Опа, исчезла тумбочка с этим заклинанием даже. Ты прикинь. А что ж теперь делать надо будет, интересно. Ну ладно, неважно. В общем, всем спасибо за просмотр. И встретимся с вами в следующих сериях. Всем счастливо, всем пока. Ba 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 ba